По поводу нового избранного президента Порошенко ничего не могу сказать, но я считаю, каким должен быть президент, который как раз подойдет ко всей этой ситуации. Это в первую очередь должен быть не меркантильный человек, который получит такую, сказать, очень мощную власть и не начнет дальше просто грабить и разваливать эту страну. Туда нужен человек, который поднимет все с колен, грубо говоря, потому что там сейчас очень тяжелая ситуация. И очень, так я знаю, что у Украины большие долги непосредственно перед нами. Это тот же самый газ. Нужен толковый человек, который, так сказать, соберет все в кучу, наладит все, грубо говоря. Закроет все долги. И также даст этому населению нормальную жизнь и даст то, что именно оно хочет, и все их желания воплотятся вот как-то так.